Сегодня принимается бюджет во втором чтении. Это основное решение, куда входят поправки депутатов фракции. Единая Россия внесла поправки, которые позволяют финансировать строительство школ, больниц, ремонт, проводить строительство дорог. Бюджет решает все социальные вопросы. Вопросы заработной платы, вопросы социальных выплат, вопросы пенсии. Это очень важно, когда все социальные выплаты гарантированы государством. И в сложные времена, а сегодня они не скажем, что легкие, государство эти функции выполняет. Поэтому идет бурное обсуждение. Очень активную позицию здесь занимает Вячеслав Федорович Володин, который внес предложение, чтобы усилить парламентский контроль за межбюджетными распределениями, чтобы регионы были все в равных условиях по финансированию, а не по остаточному принципу получали те или иные трансферты. Но самое главное, что все поправки и финансирование бюджета, который будет приниматься на 3 года, они касаются каждого жителя нашей области. Скажу, не все соглашаются с принятием бюджета. Возможно, для ряда депутатов других фракций, чем хуже, тем для них лучше. Но бюджет во втором чтении сегодня принимается голосами Единой России, поэтому Единая Россия говорит о том, что это бюджет, который учтены все задачи, которые ставит президент перед парламентом страны.